Приветствую всех на моем канале, меня зовут Иваницкая Ирина, и в этом мастер-классе мы будем делать серьги с жасмином. Для работы вам понадобится полимерная глина белого, прозрачного, желтого и зеленого двух оттенков, инструменты, цепочка со звеном 0,3 мм, штифты и соединительные колечки, маленькие тычинки и акриловая краска коричневого цвета. Смешиваем белый, полупрозрачный и немного желтого. Должен получиться слегка желтоватый, полупрозрачный белый цвет. Для зелени смешиваем зеленую глину с полупрозрачной, как показано на фото. Должно получиться два оттенка полупрозрачного зеленого цвета. Делаем цветок. Из полученной белой глины катаем капельку и сплющиваем ее. На один цветок понадобится 4 лепестка. Стеком-шариком придаю лепесткам округлую форму. Убираю цветок, приклеиваю лепестки внахлёст и помогаю себе зубочисткой, чтобы проще было свернуть все лепестки. Поправляю лепестки иголкой, чтобы они не слипались, и обрезаю лишние. Собираю полуоткрытый бутон таким же способом, но лепестки приклеиваю плотно друг к другу. Помогайте себе зубочисткой. И иголкой тоже расправляю лепестки. Лишнюю глину отрезаю. Для закрытого бутона делаю капельку основу и на широкую часть собираю 3 лепестка, клея их по кругу, но так, чтобы стыки лепестков сверху были хорошо видны. Скатываю ножку и отрезаю лишнее. Остальные цветы и бутоны делаю по такому же принципу. И на этом этапе запекаю их 10 минут при 110 градусах, чтобы в дальнейшем не помять. Делаю чашелистики из светло-зеленой глины. Катаю маленькую капельку и сплющиваю ее. Приклеиваю 5 чашелистиков на цветок по кругу с тыльной его стороны. Чтобы удобнее было приклеивать чашелистики на бутоны, я накалываю их на иголку и тоже клею 5 листочков по кругу. А сверху приклеиваю маленький шарик того же цвета. На одну сережку у вас должно получиться 4 цветочка, 2 больших и 2 поменьше, и 3 бутона разных размеров. Нарезаем тычинки примерно по 5-8 мм. Берем фимо-гель и на него вклеиваем тычинки в серединку раскрытых цветочков. В полураскрытые бутоны тычинки вклеивать не будем. Делаем листочки из полученного темно-зеленого цвета, катаем капельку и сплющиваем ее. Иголкой делаю насечки и зубчики по краю листа. С помощью молда придаю текстуру. На одну сережку вам понадобится 5 листочков разного размера. На этом этапе запекаем все элементы 15 минут при 110 градусах. Проверяем цветок на гибкость. После запекания он должен получиться очень гибким, так как лепестки тонкие. Окрашиваем края листиков коричневой краской. Она должна быть лишь слегка заметной. И также окрашиваем края чашелистиков.
Кисточка должна быть практически сухой, чтобы краска не расползалась. Ручным сверлом делаем отверстия в цветах и в листочках. Одеваем соединительные колечки на листики. Вот таким вот образом будем собирать цветы и листочки на цепочку. Цветы будут идти по убыванию, от больших к маленьким бутонам. Берем цепочку и отсчитываем 19 звеньев. Также берем 7 штифтов. Штифты будем цеплять на цепочку по такой схеме. Начинаем сверху одевать 4 штифта через одно звено, потом один штифт через 2 звена и последних 2 штифта цепляем через 3 звена. Одеваем листочки в 1, 5, 10 и 16 звено. Цепляем штифты на цепочку и одеваем швензы. После продеваем по схеме листочки. Смазываем штифты суперклеем и вкручиваем на них цветы и бутоны. И вторую сережку делаем аналогичным способом. На этом серьги с жасмином готовы. Спасибо всем за просмотр. Лепите в свое удовольствие, создавайте прекрасные украшения, приносите в этот мир красоту и хорошее настроение. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео.